name is Mikhail Safronov. I'm a professional actor. Now I'm living in Moscow, but I can work in Europe because I'm a European citizen. Fluently speak Russian and Bulgarian because both languages are my native. Здравствуйте, меня зовут Михаил Сафронов. Я профессиональный актер из Москвы, но имею право работать в Европе. Свободно говорю по-русски, по-болгарски, со что-то могу докажу на булгарский, упачнем, если чувствую потряба. So, this is the tape for Volkov. Собаки и мёта. Простите? Царские собаки могли бы вынюхать врага. Царские мётлы вымели бы их прочь. Иван Грозный. Я читал, он сжигал своих жертв на кострах. Кое-что изменилось за 500 лет. Верно. Я вернусь с ордером на вашу машину. Что вы на самом деле здесь ищете? Правда? Всегда. Но, может быть, я пришел за ней в неверное место.